на одной из центральных улиц города Севастополя, на улице Ленина. Расположен сквер Ленинского комсомола. В центре этого сквера расположен памятник мужеству, стойкости, верности комсомольска. Памятник воздвигнут в честь комсомольцев-севастопольцев, освобождавших и защищавших город в годы Великой Отечественной войны. Памятник был воздвигнут в 1963 году по проекту скульптора Чижа и архитектора Фомина. Памятник сделан из органического стекла, тонирован под бронзу. Скульптура состоит из трех фигур. Это солдат, сжимающий винтовку в руках, матрос со связкой гранат в руке, готовый к броску, и девушка-санитарка с сумкой через плечо. Памятник расположен над южной бухтой города Севастополя. У подножья памятника заложена капсула с посланием для комсомольцев 2017 года, которую нужно будет вскрыть 7 ноября.